Детский садик. Там играют детишки. Школа 43-я. И снова флаги Единой России повсюду. Люди ходят, тащатся. Машины останавливаются перед лежачим полицейским. Аккуратненько его переезжают. Будь патриотом, переедь лежащего мусора 10 раз. 10 раз его переедь туда-назад. Пешеходный переход. Почти стерся. Снова на каждом столбе флаги нашей необъятной родины. Кафе «Ярослав». Здесь раньше делали очень неплохую пиццу. Несколько раз я сюда заходил. Было дело. Но дорого. Поэтому это не для каждодневного повторения. Ибо денег нету ни хрена. Дальше, идем дальше. Вот уже после новогодних праздников выкидывают елки. Мусорки почти полные. Блин, не понимаю, зачем вообще покупать елочки? Зачем их вообще рубить? Я не понимаю этого. Ну, проще купить искусственную и пользоваться ей всю оставшуюся жизнь. Нет же, люди только уничтожают природу. Человек тащится просто, когда уничтожает природу. Еще одна школа. Это 5-я школа. О, АК. Это супермашина. Очень экономичная, не слишком быстрая, как говорится, 2 часа позора, и мы на даче. О, а вот какой-то... Нет, это Лада. Это нормальная машина. О, а это круто. Это какой-то хозяин жизни поехал. Снова мусорка. Снова елочки. Блин, зачем столько денег тратить? Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Вы школьники? Да. Скажите, пожалуйста, вам нравится учиться? Да. Вообще ништяк, да? Пойдет. А вы в курсе, что вот собираются теперь старую русскую литературу отменить, такую как Пушкин, Гоголь? Нельзя отменять. Нельзя отменять? Да. А наши правители сказали, что это нафиг не надо. Но они Почему дебилы. Не надо? Не, надо. Откуда будут люди брать образование? Ну. Образованные откуда они будут? Они не будут образованными людьми очень тяжело управлять, поэтому нашему правительству не нужны образованные люди. Вот мне интересно было мнение там школьников не просто. Нельзя отменять. Нельзя чтобы отменять. Чтобы люди знали, кто у них был до этого. Да, или... надо знать историю. Не зная истории, как можно вообще о будущем думать? Это Пушкина все это собираться отменять? Дебилы. Нельзя Дебилы. И вообще, как жизнь современная вам нравится? Да. Сойдет. Сойдет? Да. Спасибо. Можете в случае чего выходить на Одноклассники, на YouTube. На Одноклассниках, да, там много я блогов Авалуик, уже Авалуиках выложил, Юрий Чайковский. Если что, находите, смотрите. Удачи!